Отец и сын приехали на реку Камелик на отечественном вездеходе, видимо, для того, чтобы поймать и увести с собой как можно больше водных обитателей. Именно за незаконным выловом биологических ресурсов родственников застали сотрудники полиции. У нарушителей изъято 20 раколов, в которых было свыше 130 раков, а также 2 сома, 20 карасей и 5 красноперок. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации. Задержанным может грозить наказание в виде штрафа в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от 2 до 5 лет. Андрей Багаев, Анастасия Потапова, Вести, дежурная часть, Саратов.